Но с победой, как его играть маску, в общем, ну и в общем, как тебе сам матч? Хотел бы извиниться за первый тайм. Как-то он прошел безэмоционально, наверное, для зрителей он был неинтересен. Да и для нас тоже был неинтересен. Как-то не было эмоций до перерыва. Потом тренер главный сделал свою работу. Как видите, во втором тайме вышли заряженными, маленько проснувшимися. Все, в принципе, получилось до наверное, концовки матча. Маленько смазано. В принципе, второй тайм полностью был наш. Ну вот концовочка, и, наверное, кто не смотрел игру, счет такой, что, думаю, не по игре второго тайма. В чем причина? Я думаю, все в психологии дело. Может быть, получается, эмоций не было на первый тайм, да? Может быть, из-за сложных двух прошедших игр, как-то, ну, сложные были игры, может быть, там все эмоции выдали. Ну, все равно, психология, мы же нашли где-то во втором тайме, как себя мотивировать. И во втором тайме, наверное, думали, что уже все, уже игра сделана, и держал две попытки. Так как-то. В целом. Пенза сегодня чем-то удивил? Да нет, мы уже сильно с ними знакомы, мы уже знаем, наверное, все комбинации в их коридоре и вообще, в принципе, по игре. Мы знаем, как они играют, ну, просто ничем не удивило, просто все из-за головы, у нас тренерский штаб грамотно подводит команду к играм, ну, здесь только дело за нами, настроиться и показать свою игру. И все. Спасибо вам. Спасибо. Алексей, извините, фамилия ваша. Щербань.